гордимся, Казани всего мира на виду. Покажем всем свое гостеприимство в 2013 году. На выставке представлены кубки, завоеванные Казанью в различных видах спорта – футболу, волейболу, другим видам спорта. Самый радостный! В июле 2013 года в Казани будет проведено, безусловно, крупнейшее спортивное событие этого года в Российской Федерации – это Всемирная универсиада. И это будет уже как раз эпилогом той огромной работы, которая проведена и Минспортом, и администрацией, и президентом Республики Татарстан. Безусловно, это огромная работа, которая была проведена Комитетом по спорту, делам молодежи Государственной Думы. Потому что это и законодательная база подводилась под того, чтобы было максимально удобно, комфортно проводилось данное мероприятие. И это финансирование, которое, безусловно, согласовалось с данным комитетом федеральным для того, чтобы данное соревнование прошло как можно лучше. Оно по количеству участников уже максимально подтвержденных, которые приедут, подтвердить свое участие, уже максимально количество за предыдущие все универсиады и количество стран, которые примут участие, тоже это рекорд. Поэтому я считаю, что совместная работа федеральных структур местных и комитета Государственной Думы дала положительный результат в виде, я убежден, проведения там, на высоком уровне универсиады Всемирной в Казани в июле 2013 года. Хотел бы еще пару слов сказать о боксе. Сам бокс будет представлен на универсиаде с 5 по 10 июля. И, безусловно, соревнование будет очень серьезное, потому что и китайские спортсмены, и американские, и многие другие страны считают универсиады как последним шансом, как бы последним таким главным этапом к Олимпийским играм. И поэтому они туда уже по тем фамилиям, которые мы знаем, будут представлены от этих стран на универсиаде, они вставляются в этом первый состав. Поэтому я убежден, что состязания будут непростые, состязания должны быть сложные, но я убежден по победе наших там спортсменов и желаю им всяких побед и больше первых золотых и других призовых мест. Мы с нетерпением ждем на универсиаде поединков боксеров, потому что боксеры – это самые лучшие защитники Отечества. Ты нужен России! Уважаемые друзья, с 5 по 10 июля на универсиаде в Казани будет представлен всеми нам любимый вид спорта – бокс. Я всех приглашаю приехать, посмотреть, потому что сойдутся, в общем-то, очень интересные бойцы. Я уверен, что поединки будут захватывающими, вам это понравится. И вообще, приезжайте, посмотрите, это настоящий праздник спорта. С вами Николай Валуев. Ты нужен России! Всем мужчинам я желаю заниматься боксом. Следуйте за своей мечтой и защищайте нас, женщин. 26 марта стартует турнир на призы Виктора Петровича Агеева, нашего соотечественника, известнейшего в свое время, да и сейчас, боксера, ныне президента Федерации профессионального бокса России. В первую очередь хочется пожелать ему здоровья, чтобы этот турнир рос, ширился и дальше приезжало как можно больше интересных спортсменов. А самое главное, для зрителей были интересные поединки. Всем удачи!